совсем недолго, 2 часа. А вы сколько до дачи добираетесь? Благодаря Трансайру туда 11:40 и обратно 10 часов. Это реклама была сейчас. Летайте самолетами Трансайра. Дом Валерия Леонтьева в Майами разместит всех. Ничего подобного, размечтал. Я надеюсь, что за эту рекламу следующий рейс для меня будет. Ну, если не бесплатный, то хотя бы с большой скидкой. Ну, скажите нам, вот москвичам, которые как грачи ждем весну, какая погода на даче у вас? Плюс 30 колеблется в промежутке от 27 до 30 градусов. Цельсия. Атмосферное давление. 762 миллиметра ртутного столба. А дожди были? Ни одного за 2 недели. Валерий Яковлевич, вам загар к лицу. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, Валерий Леонтьев. Самый лучший Валерий Леонтьев. А мне как москвичке было очень интересно узнать, какая погода в Майами. Да, москвичи, которые все время говорят, а шо? Да. Ну, Валерий Яковлевич, садитесь. Сейчас мы хотим вот вас пригласить. Девочки, подвиньтесь, пускай царь сядет. А что, девочки, вы осталось, а мальчики ушли? Вы, Валерий Яковлевич, вы сейчас мне чуть глаз не выкрыли. А просто на чай не допила. Вот, я вам сейчас покажу. Я вам чайку налью. Словами нужно обязательно сказать для людей. Друзья, я не буду смеяться, как некоторые блондины. Слышу песни этого артиста в эфире радио «Дача», я всегда им плачу. Молчи. ЖК «Запись». Фу. Когда я слышу песни этого артиста в эфире радио «Дача», я всегда ему подпеваю. Нет, сейчас я буду выступать не я. Что это за бред? Дорогие друзья, к счастью, сейчас буду выступать не я, потому что на сцене настоящая мега-звезда. Филипп Киркоров!
встречу. Вера, я сейчас приду туда. Спасибо. Послушай еще одну историю. Царь российской эстрады. Я скажу по-другому.